Здорово, дорогие друзья, мы с вами на природе при хорошей погоде, хотя сегодня обещали целый день дождь, но гидрометцентр предполагает, а небесная канцелярия все по-своему делает, в большинстве опровергает прогнозы гидрометцентра. Обещали дождь, дождя нету, а вот вчера во второй половине дня как включили, и он стеной аж до сегодняшнего утра лил. Вот несмотря на то, что мы всего 2 километра от МКАД, да вон он МКАД, видно за деревьями МКАД, здесь уже Подмосковье, несмотря на то, что Москва. Здесь, конечно, классно. Видите, моделисты сделали взлетную полосу, хочешь туда, хочешь туда, хочешь сюда приземляйся, хочешь туда, короче, поработали классно, классно. Ну, для нашего крылышка взлетные полосы вообще не нужно. Можно прям в руку его приземлять. Вот приземляешь и в рукой ловишь. Вон она лежит. Ну и посмотрим сегодня подарочки мы с вами, которые воздарила Натаха с 84-й квартиры. До чего ж понравился ей видосик про эти хотболы. Что она слетала на Кипр, накупила нам подарков, прилетела, отдала мне и сказала: на обозрение. Хочет больше от нас контента получать. Так, пожалуйста, ядреныч, сейчас полетаем, погуляем и будем обзирать. Для поднятия настроения подарков с Кипра обозрения. Ну, Натаха, сколько всего нам наспонсировала уже. Если что, никаких денег не хватит откупиться. Ну, пакет, кстати, тоже вот этот вот закуплен на Кипре, друзья. Чистый каприот. Стоит тот пакет евро 50. Кстати, если что, у нас на стримах есть обзор гламурных модных пакетов. И вот этот, возможно, к ним тоже присоединится. Не, ну что, реально? Реально классный импорт, дорогие друзья. Это чистой воды импорт с Кипра приехавший, да? А то не импорт будет. Написано на нем Пирагора. Ну, русскими буквами, а может, Пирагора ядрёнуть. Что такое Пирагора? А хрен его не знаю. Что там? Переведите, друзья, что такое Пирагора. Ну, тут написано по-английски супермаркет, фрутмаркет. Такой вот пакетик прекрасный пакетик. Но нам-то важнее, что внутри того пакетика, что в нем возлежит. Ну, чему рука потянется в первую голову? Опа, халва. Обожаю халву с ванилью. Это кипрская халва, друзья. Ну и тут, кстати, русскими буквами дублируется. Классно, видите? Халва с ванилью написано русскими буквами. Вот. То есть для нашего потребителя стараются тоже, потому что знаю, что Натаха приедет, на обзор возьмет, нам привезет, а мы-то будем тупить сидеть, да, глазами хлопать. А что это? А хрен его не знает, Идрен. Я же никакие языки, кроме русского, не знаю. Хотя и русский-то знаю плохо. Ну вот тут написано халва с ванилью. Давайте попробуем. Ой, я люблю халву, вот эту кипрскую халву, я уже пробовал, типа, такие. И мне очень нравится. Вот так она, видите, упакована тут еще. Так, надо взять ножичек, чуть-чуть подрезать. Много не надо, чуть-чуть, на пробу, ну-ка. Очень вкусная, очень. Обожаю халву, просто обожаю, друзья, обожаю. Классно. Супер. Оливковая маслица, друзья. Ну, конечно, что на Кипре покупать первую голову? Конечно, оливковое масло.
Видите, написано «Кипрское оливковое масло первого отжима». Органическое, первый отжим. Вообще, вот это вот классно. Ни в коем случае на нем ничего только не жарить, не для жарки. В салатик использовать, хлебушек просто помакать. Я как люблю. В блюдечко чуть его посолил. И просто хлебушек черный макаешь в масло. Классно тоже. Или сверху полить на хлебушек. Вот так вот. Но не надо на жарку переводить, это настоящее оливковое масло. Но салат обязательно, овощной салат, обязательно вот с этим маслицем. Натуральное, вкусное все, витамины там. Просто закачаешься. Во, вот это классно. Следующая позиция. Нифига себе. Кипрские сланцы. Конечно, всегда кипрский сланец, он славится во всем мире. И Натаха зацепила. У него вот смотрите, в чем фишка, да? Ну как тут будет видно, не видно. То, что у него не просто прямая вот эта вот подошва, да? А она немножко бугристая. Она под ступню прям специально и спроектирована. И вообще не воняют, что клево. И вообще не воняют. Ну-ка. Ё-моё, как влитые. Сели, ну просто как влитые. Как влитые просто вот. Лёль, как влитые сели, а? Ну, Натаха размер знает. Ой, как удобно, ё-моё. Да в таких не по квартире, только что по пляжу ходить. По кипрскому. Следующая позиция, ну, конечно, это оливки. Маринованные оливки, закусочное оборудование. Это вот лучше закуски не придумаешь. Под водочку самое то. Ну, и так просто, и тоже тут так... Посидеть их, поклевать тоже, да, тоже неплохо. Мне нравится. В салатик можно добавить их, вот, пожалуйста. Но обязательно, не обязательно это как закуску или просто чистоходом. Вот салатик, там вот огурчики, помидорчики, там моцареллочку, там сырок берешь. И туда же вот эти вот оливочки тоже отлично. Тоже отлично, спасибо. Лёль, ну подожди, ну ты, видишь, обозрение идет. А следующая позиция, это тоже тема. Это тоже тема, дорогие друзья. Это фисташковая халва. Это просто еда богов, я вам скажу. Фисташковая халва. Вот вы халву ели, халву. Нравится вам халва? Вот то, что вы ели и вам понравилось, вы забудете про это. Если попробуете фисташковую халву, вы скажете, что лучше халвы я никогда не ел, ядрёный. Вот та была лучшей, да? Но попробовав фисташку, вы скажете, что нет, все-таки фисташковый лучше. Смотрите, тут вот и фисташечки, они прям там целиком попадаются. Ну-ка, сейчас моя. Блин, какая же это вкуснотища. Цена ее 4,50 евро. Вон тут ценник написано. Но она того стоит. Оливки 2,95, кстати. Блин, ну классно, фисташковая халва. Эх, жалко, что мало. Это я быстро очень съем. Я всегда ее быстро ем. Так, а это что такое? Курабьес. 3,50 с миндалем. Курабье, что ли? Я знаю, печенье есть курабье, а это куда? Курабьес. Что за диво? Давайте посмотрим. Все попробуем, конечно. А что нет-то, да? Смысла нету пилить отдельными роликами какими-то. Да тем, когда можно все в одном и попробовать. Какие-то курабьес. Что здесь за курабьес? Опа! Смотрите. Так. Вскроем. Не знаю, то ли так это... И задумано, то ли, может быть, при транспортировке это поломалось. Смотрите, это просто пыль какая-то. Ну-ка, попробуем. Ну, типа, да, какие-то, типа, как печенье какие-то. Ну-ка. Блин, развалились. Я так понимаю, то, что это должна быть цельная конструкция, да, вот как нарисовка. Такие печеньки, типа, да. Но они все развалились. Ну, тоже с чайком там горячим. С чайком горячим. А просто ложкой черпать их, да, и
вполне пойдет. Нормально, ничего страшного, но не выкидывайте, да вы что. Так. Опа. Опять это масло какое-то. Так. Произведено на Кипре. Ароматизированное. Что это? Наверное, это тоже масло. По-русски написано только то, что это что-то ароматизированное и произведено на Кипре. Абхонтико. Ну, если что, я у Натахи спрошу, но, скорее всего, это тоже масло. Это тоже масло какое-то, тоже. Надо будет уточнить. Скорее всего, это масло, но чем больше масла, это классно. Оно очень полезное, вот натуральное масло, оно очень полезное, друзья. Так, какие-то конфеточки. Ну, это сладенькое, да? Сладенькое, ну-ка. Вот так вот. Дрожжи. Кипрское дрожжи. Шоколадное, шоколадное, внутри шоколад. Смартис какой-то. Корпорации Nestlé. Не кипрское. Не, ну может кипрское Nestlé, да? Но так не кипрское, то есть не оригинальное кипрское. Опа. Дельфинизация. Такие вот дельфинчики обнимаются, один черный, один белый, инь и янь, как жизнь, да? Клево, это клево, есть что-то в этом, ну, как говорится. Барсик, подожди, ты там особо не лазь, ядрёнуть, он камеру нюхает, может скинуть. Есть что-то в этом философское, да, вот какое-то такое. Ну, конечно, поставлю для красоты, пусть стоят, 2,40 они стоят. Пожалуйста, прикольно, дельфинчики обнимающиеся. Сколько позиций? О-о-о! Вот на что бы я отдельный обзор бы запилил, это вот на такую красоту, друзья. Ликерчики. Ё-моё, смотрите, всех цветов радуги, да? Всех цветов. Обалдеть, какие только нет. Черри какой-то, апельсиновый, блю, цура, чего? Хрен поймешь. Потом вон клубничка нарисована тут. Потом микс. Но это ликерчики. Сколько они там? По сколько градусов? По 20-градусники. Всего 20-градусники написано. Но дело в том, то, что, друзья, до 14 августа включительно алкоголь мы не пьем. Ибо на одном из стримов прошел челлендж. Игорю Пустота еще раз респект, уважение. Короче, он заказал челлендж не пить целый месяц. И получается, он заказал 14 июля. Ну и получается, месяц заканчивается 14 августа, да, до 14 августа включительно мы ни капли в рот, как говорится. Ну а после 14, конечно, можно будет уже и обзернуть. Стоит это 15,90. Вот. Ну, в общем, в августе осенним днем как-нибудь, а может быть и вечерком, мы вот это вот обзернем. Обзернем, будет подробный обзор, хороший набор. Я помню, ну, у нас еще Натаха нам несколько раз спонсировала с Кипра. Ну, не спонсировала, а обзорационную продукцию предоставляла. И вот там были крепенькие, помню, крепенькие такие вот чекушечки. Есть обзор, кстати, на этом канале, друзья, поищите, кому интересно. Мы крепенькие чекушечки обозревали, но там и по 50 градусов были чекушки. А это чисто ликерчики, да? То есть там можно сказать, что водки, а это вот ликерчики. Так, ну что, ну все, в общем. Ну, в общем-то, и все. Вот такой вот набор богатый. Богатый, согласитесь, друзья. Много полезных вещей, вкусных. Да, вот маслица оливковая, конечно, за это респект. Настоящая оливковая масса кипрская, это, конечно, да, это, конечно, уровень. Друзья, подписывайтесь на наш канал, устанавливайте лайчонка, заходите на стримчонки, конечно же. Ядрёны, будем вам рады. Ну и увидимся. Пока-пока.